2005 год, Ереван, Армения. В редакцию телеканала АЛМ обращается житель города Раздан Арамаис Гарагинян. Он выполняет волю своего недавно скончавшегося отца, который был последним из очевидцев и не хотел унести тайну в могилу. Это было где-то, наверное, 4 года назад. К нам обратился наш телезритель, постоянный телезритель из Раздана. Очень интересная история была, так как отец умер, завещал ему исполнить как бы свой долг. И это было очень интересно. Мы дали этот материал в эфир. В 1943 году отец Арамаиса Грант Гарагинян был военным инженером и работал на строительстве моста Победы. При рытье фундамента для центральной опорной конструкции в русле реки, когда была достигнута заданная глубина, строители неожиданно наткнулись на вершину какого-то металлического столба. Когда уже кончили копать, отец делает последние измерения. Он был руководителем работ, был там старшим, и уже отдает приказ всем выйти, чтобы начать заливать бетон. В этот момент подходит один из рабочих и говорит ему: «Грант, посмотри, что мы нашли». Отец подходит и видит какой-то странный, явно обработанный металл. Форма находки была абсолютно правильной и не оставляла сомнений в том, что это искусственный объект. Металл был таким прочным, что ни один инструмент не мог оставить на нем даже царапины. Также на нем не было ни малейших пятен ржавчины, хотя он находился во влажном русле реки многие тысячи, а может и десятки тысяч лет. По нашим представлениям, люди тогда жили в пещерах и охотились на животных. Кто же тогда мог создавать такие технологии? Может быть, это были пришельцы с других планет? Или это могли быть сами древние земляне? Достижения космического века стали для нас привычны. Всем этим мы гордимся, так как все это создано в нашу эпоху. А наших далеких предков считаем дикими и примитивными. Но так ли это на самом деле? Может быть, и они знали многое из того, что мы сейчас лишь заново открываем. И если сам человек существовал за сотни тысяч и даже за миллионы лет до начала нашей общепринятой истории, то чем же он занимался столь долгое время? Может быть, он уже не раз успевал создавать высокоразвитые цивилизации? Когда речь заходит про цивилизации, то есть цивилизация, существовавшая до нас, а я считаю, что такая цивилизация была не одна. Единственное, что я считаю возможным сказать однозначно, древняя процивилизация была, пожалуй, принципиально иной, нежели наша. Начиная от технической, энергетической базы и заканчивая, так сказать, социально-политической надстройкой. Мы имеем следы этой цивилизации совершенно отчетливо. В Египте. Мы имеем следы в Южной Америке, в Северной Америке, в Индии. То есть и в Тихом, на островах Тихого океана. То есть на самом деле, как бы, это действительно цивилизация планетарного масштаба. Она была на всех континентах. Еще в 20 веке многих ученых озадачило то, что в древнеегипетских гробницах отсутствуют даже следы копоти. Из этого напрашивается вывод, что их богатые росписи производились не при коптящих потолок масляных лампах, а при совсем другом освещении. В 1969 году в фундаменте храма богини Хатхор в Дендере были обнаружены узкие камеры шириной чуть более 1 метра. Археологи, которые их нашли, не смогли выдвинуть никаких догадок о назначении этих помещений. Здесь находятся 3 довольно необычных барельефа. На них изображены люди, держащие большие колбообразные предметы, внутри которых находятся извивающиеся змеи. В иероглифах над барельефами змеи названы словом «сереф», что означает «пылать». У некоторых исследователей при виде этих предметов возникла аналогия с электрической лампой. Они предположили, что это своеобразная форма древнего электрического освещения.
Возможно ли, что вытянувшиеся по всей длине змеи являются символическим изображением нити накаливания? Установлен факт отсутствия копоти. Вот. А что за приборы могли освещать, что за устройство? Нет, ну, скажем так, того устройства, которое найдено в Междуречье, если вы объедините несколько штук в батарейке, это вполне достаточно для того, что мы используем в качестве обычных карманных фонариков. И, в принципе, этого света для того, чтобы рисовать в тех же темных пещерах, достаточно. Тому, кто занимается этим профессионально. И это может объяснить факт отсутствия копоти на стенах и на потолке во многих гробницах. Чему, собственно, и удивлялись, и почему искали эти электрические источники. Хвост змей выходит из цветка лотоса, который, на наш современный взгляд, вполне напоминает электрический патрон. Под лампами находятся необычные предметы, которые называются джет. Сами джеды очень похожи на изоляторы, на которые опираются колбы. От лотоса патрона к коробке генератора напротив отходят полосатые кабели, которые в текстах называются баркой бога солнца Ра. Солнечное божество, как считали древние египтяне, является источником любого света, в том числе и электрического. Вот есть изображение в храме Сети Первого с джет-столбом гораздо больших размеров, который, собственно говоря, бой как раз вручает фараон. А современная египтологическая интерпретация, что это либо просто атрибут, есть еще один перевод такой, что это позвоночник Осириса, но это вообще ни то, ни другое не ложится в рамки здравого смысла. То есть это фактически признание того, что они не знают функционального значения этого предмета. Изображение, которое очень широко распространено. Но при всем при этом ничего, кроме изображений, не найдено. Есть статуэтки в форме джет-столбов, есть фрески, на которых изображен этот джет-столб. Но никакого объекта, который имел бы практическое применение аналогичной формы, не найдено до сих пор. В правой части барельефа стоит павиан с собачьей головой. В поднятых руках он держит ножи, которые можно истолковать как предупреждение об опасности высокого напряжения. А может быть, что это еще и выключатель прибора? Авторы такой трактовки считают, что подземная камера храма Хатхор была настоящей электростанцией, и барельефы изображают тайную науку об электричестве, которую использовали только посвященные. Здесь есть и другие изображения, которые больше похожи на привычные для нас небольшие электрические лампочки. В этом храме есть изображение, помимо этого, да, которое сами по себе продолжает эту тематику. То есть там есть изображение, которое похоже на наши обычные лампочки накаливания. Собственно, от них мало чем отличается. То есть если вот нашему школьнику, даже студенту, даже, собственно говоря, учащемуся школы искусств дать задание нарисовать лампочку, изобразить, вот это изображение мало будет чем отличаться от того, что есть на стенах в Дендерском храме. У исследователей при виде этих предметов возникла аналогия с электрической лампой. Ученые произвели реконструкцию египетского светильника. Они пришли к выводу, что так выглядели древние лампы накаливания. Но, может быть, барельефы выражают просто непонятную нам символику, а мы видим в них то, что обычно для нашего времени. Храм построен сравнительно недавно, в первом столетии до нашей эры. Но надпись в одном из его подземных хранилищ говорит, что он был построен согласно плану, начертанному на древнем свитке со времени бога Гора. Могли ли наши предки на самой заре того, что мы называем историческим периодом, знать и применять электричество? Вот там эти изображения, это барельеф, вокруг которого очень-очень много надписей. Надписи очень похожи просто на инструкции по пользованию чем-то, на подробные инструкции. И есть аналогичные изображения таких же лампочек на достаточно большой, правда, высоте, ну, в одном из открытых помещений храма. Там оно нарисовано красками. Вот там надписи гораздо меньше.
Вот одно изображение доступно, а другое было раньше, грубо говоря, только для избранных. Вот здесь мы можем говорить о том, что пытались сохранить какое-то знание, потому что надписи вокруг колоссальное количество. Я говорю, что когда вот в совокупности с этим рисунком начинаешь смотреть, возникает полное ощущение совершенно подробной инструкции по пользованию сложной аппаратурой. Для того, чтобы говорить о том, что древняя працивилизация использовала какие-то другие виды энергии, в общем, достаточно вспомнить нашу совсем недавнюю историю. Сколько мы знаем атомную энергию? Мы ее используем буквально десятки лет. Открыли, собственно говоря, радиоактивное излучение всего 100 лет назад. Электричество мы используем 200 максимум лет в практическом использовании. Хотя, да, об электричестве знали, там, об электрических проявлениях. Но использовать электричество мы стали всего 200 лет. При том, что нам только известна история человечества в 5000 лет. Это, собственно говоря, вот мы два вида энергии используем совсем-совсем недавно. И открыли недавно для себя возможность их использования. Что мы откроем лет через 50, не знаю. По крайней мере, с точки зрения физики, говорить о том, что мы открыли уже все абсолютно существующие в природе взаимодействия и возможные потенциальные источники энергии, просто нельзя. Так получила свое объяснение и загадка отсутствия следов копоти в египетских гробницах. И возможно, что здесь использовались не просто лампы с кислотными аккумуляторами, а намного более сложные приборы. Между тем, те батарейки, которые были найдены в Междуречье, они там дают буквально вольт-полтора максимум. Даже если составить батарею, вот есть изображение в египетских храмах из 3-4 сосудов, которые напоминают как бы такие элементы питания, объединенные вот в параллельном соединении. Если так их соединить, мы получим максимум 5-6 вольт. Этого совершенно недостаточно для того, чтобы давать дугу электрического разряда. Вот здесь есть определенное несоответствие. Древние греки приезжали в Египет, чтобы получить, как мы сейчас бы сказали, высшее образование. Некоторые из них рассказывали, что подземные коридоры в храмах были освещены, но сами источники света не были видны. Насколько долго эти диковинные, на наш взгляд, приспособления могли работать? Святой Августин в V веке описывал удивительную лампу в храме Изиды, которую были не в силах загасить ни ветер, ни вода. Плутарх также рассказывал о лампе, которая горела в храме бога Амона-Ра. Жрецы этого храма утверждали, что она не гаснет уже несколько столетий. Иезуит Афанасий Кирхер через много веков в 1652 году писал о светящихся лампах, увиденных им в подземных хранилищах Мемфиса. Как это ни поразительно, но они продолжали давать свет в течение тысячелетий. Сегодня трудно сказать, какие именно это были приборы. Она изображена так, что речь надо вести о дуговом разряде. Не как у нас лампочка накаливания, да, а именно дуговой разряд. Так вот, для дугового разряда нужно очень большое напряжение. Это азы физики. Для подобных достижений наука и техника должны развиваться в течение многих веков и тысячелетий. Если же мы считаем наших предков дикими и примитивными, а у них внезапно появляются развитые технологии, то тогда единственным разумным объяснением их появления становятся пришельцы из космоса. Но, может быть, на самом деле цивилизация на Земле была гораздо более древней и развитой, чем принято было раньше считать. Ведь множество удивительных фактов, свидетельствующих именно об этом, было открыто учеными. Если, как мы говорим сейчас, что у нас должен быть синтез знаний, синтез наук, вот когда мы начинаем смотреть по совокупности этих, собственно, дисциплин прикладных разных, не только с точки зрения исторических текстов, мы получаем совершенно другую картину.
Жан-Франсуа Шампальон, один из основателей современной египтологии, прекрасно понимал, что строители пирамид были людьми колоссального интеллекта. Еще два века назад он писал о комплексе храмов в Карнаке. Ни один народ древности или наших времен не представлял себе искусство архитектуры в таком грандиозном, гигантском масштабе, как это было у древних египтян. Древние египтяне мыслили как гиганты. По сравнению с ними мы, европейцы, просто лилипуты. Но парадокс в том, что, опускаясь в прошлое, мы за счет того, что мы сталкиваемся с элементами, говорящими о том, что мы имеем дело со следами очень высоко развитой цивилизации, с технологиями, которые нам пока недоступны, мы прошлое обращаем фактически в будущее. Мы говорим о технологиях, которые мы еще пока не знаем. И появляется возможность поискать, пусть не эти технологии, но какие-то их аналоги. То есть работать не просто на восстановление картинки прошлого, но и поискать что-то для будущего. Сегодня нам нелегко представить, что наши далекие предки имели камнерезную технику, которая по своим показателям превосходила нашу, созданную в эпохе освоения космоса, в десятки и даже сотни раз. К таким выводам еще 100 лет назад пришел основатель британской египтологии Флиндерс Петри. Но современные египтологи, всячески подчеркивая его заслуги в исследовании пирамид, буквально похоронили именно этот его неудобный для них вывод. И серьезно к исследованию этой проблемы обратился лишь в наше время американский исследователь Кристофер Данн, специалист по механической обработке, имеющий опыт работы в космической отрасли. Он проверил измерения Петри и подтвердил его выводы, заявив, что речь может идти только о чрезвычайно развитых машинных технологиях. When I was in Egypt in 1986... Когда я был в Египте в 1986 году, я был совершенно поражен некоторыми артефактами, которые видел в Каирском музее, в самой Великой пирамиде, а также рядом с ней. Особенно треснувшим гранитным блоком рядом со второй пирамидой, формой углов и гладкостью поверхностей. Когда я вернулся в Египет в 95-м, я привез с собой инструменты для измерения, которыми можно было проверить точность изготовления этих артефактов. Такая точность по всему протяжению — совершенно очевидное свидетельство, что сделать подобное можно только с помощью механизмов. Один из них имел контур, показывающий, что он мог быть вырезан только при помощи механического устройства. Для его создания должны были использовать механизм с тремя осями движения, чтобы перемещать инструмент по трем измерениям. Измеритель показал, что созданный контур в точности повторялся по всей длине камня. Также и радиус закругления угла на внутренней части был одинаковым в любой точке, по всей протяженности внутреннего угла. Or you see the light appear, and then you bring it into the radius, and the light disappears. Такая точность по всему протяжению — совершенно очевидное свидетельство, что сделать подобное можно только с помощью механизмов. Clear evidence of machining. Как выяснил Кристофер Данн, в Гизе и Серапиуме между корпусами гранитных саркофагов и закрывающими их крышками не проникает ни то, что там игла или бумага. Они так невероятно и идеально сделаны, что между ними не проникает даже луч света. Такое тем более не смогли бы сделать рабы с медными зубилами, которыми вообще невозможно обработать гранит. Внутренние части саркофага сделаны с поразительной точностью.
Я использовал инструменты для определения уровня обработки поверхности вместе с фонариком и линейкой и был изумлен, обнаружив, что поверхность внутри саркофага совершенно гладкая и плоская. После размещения линейки на поверхности я подсвечивал ее сзади фонариком. Ни один луч света не проникал через зазор. Независимо от того, куда бы я передвигал и ставил линейку, горизонтально или вертикально, сдвигая ее вверх и вниз в пределах точности обработки, я не мог обнаружить никаких отклонений от совершенно плоской поверхности. Я был абсолютно поражен. Это точность космического века. Но не только инструментов для резания. Даже если принять, что это было сделано механизмами, использующими песок или другой абразив, чтобы создавать такие артефакты и такие совершенные по плоскости и гладкости поверхности с повторяющейся точностью на большом расстоянии, тут требуются еще и другие инструменты для измерения, поскольку такое нельзя получить случайно. Ведь таких результатов можно было добиться лишь намеренно и специально. Для этого нужно еще и измерительное оборудование. Даже сегодня непросто найти ответ на вопрос, какими инструментами все это могло быть сделано. Особенно поражают специалистов внутренние углы в гранитных саркофагах, состоящие из трех плоскостей. Чтобы сделать нечто подобное, сейчас потребуется очень длительная, трудоемкая и ювелирная по качеству работа. Кристофер Данн вошел в контакт с четырьмя современными компаниями-обработчиками гранита в США, но так и не смог найти того, кто мог бы выполнить такую работу. Ему ответили, что эти компании просто не имеют оборудования и возможностей произвести подобные саркофаги. Они могут лишь создавать их из пяти частей, отправить клиенту и смонтировать на месте. Американский инженер измерил также следы на кернах, которые исследовал в свое время Петри. Данн предполагает, что у древних мастеров были не только станки, как минимум нашего уровня, как об этом писал еще Петри. Загадочная працивилизация, возможно, имела и более совершенные инструменты, которые использовали вибрацию ультразвука. У нас такая техника появилась лишь недавно. Это очень убедительное доказательство того, что древние египтяне использовали сверла, работающие на ультразвуке. Что бы ни говорили, такие артефакты невозможно было бы воспроизвести при помощи примитивных средств. Когда вы видите такую высокую точность этих артефактов на фотографиях и доказательствах, которые я собирал, когда был в Египте, а они все еще там, и любой желающий может поехать посмотреть на месте и сделать измерения. Тогда становится ясно, что такое не могли сделать в примитивном обществе, и мы должны поменять наши теории. Кристофер Данн считает, что при том, что сами эти поразительные инструменты и машины не сохранились за тысячи лет с момента их использования, на основании объективного анализа свидетельств необходимо принять тот факт, что они существовали. Древние египтяне создавали артефакты, которые нельзя просто объяснить. Инструменты, выставленные в музее, абсолютно не соответствуют уровню мастерства, который очевиден в артефактах. Так считают и другие ученые. Известный российский исследователь Андрей Скляров изучал такой же саркофаг из кварцита, находящийся в Дашуре. И вот как один из вариантов мы рассматривали, что этот саркофаг мог бы лазерным оружием или лазерным каким-то инструментом, точнее лазерным инструментом. Так вот, специалисты-лазерщики нам сказали, что да, такое современные лазеры у нас могут, но для того, чтобы сделать один такой уголочек на саркофаге на кварцитовом, нужно энергообеспечение, которое займет, скажем, комнату порядка сотни квадратных метров. Вот, то есть приличное помещение будет только на обеспечение энергии этого лазера. Но, сразу же оговорюсь, по этому образцу следов воздействия лазерного оружия мы не нашли. Никаких следов оплавления на микроуровне нет.
Исследователи пришли к заключению, что внутренние углы в саркофагах из трех плоскостей совершенно однозначно не были сделаны при помощи тех примитивных инструментов, которые мы привыкли приписывать древним мастерам. Невозможно сделать этот вид работы на внутренней поверхности объекта вручную. Даже с современными машинами это было бы очень трудной и сложной задачей. Там был не лазер, там была механическая обработка, причем непонятным нам сейчас инструментом, потому что параметры микроструктуры указывают на очень быстрое воздействие чего-то типа абразивного камня. Нет ни следов меди, ни следов олова, никаких микровкраплений. То есть совершенно четко его обрабатывали не так, как говорят египтологи, ни медными, ни бронзовыми инструментами, но при этом характеристики микроструктуры, то есть там есть сколы зерен кварца. Вот для того, чтобы зерна кварца не просто выковыривались со своего места, не сбивались, а именно раскалывались, нужен инструмент аналогичной твердости, то есть это может быть опять же какой-то абразив с кварцем или алмаз, да, но движущийся с очень большой скоростью, чтобы именно происходило скалывание. То, что в древности была развитая цивилизация с технологией, превосходившей нашу, в последние годы стало известно многим. Но пока не было ни одного достоверного случая обнаружения самой этой технологии, то есть инструментов или высокотехнологичных продуктов, созданных в далекой древности. Либо они разрушились и не дошли до нас, либо запрятаны и пока не найдены, либо даже если обнаружены, возможно, замалчиваются и держатся в секрете. Поэтому скептики могли продолжать твердить, что все эти разговоры о технологиях богов – лишь спорные гипотезы, а строили рабы с примитивными инструментами. Правда, сейчас они уже стесняются говорить о рабах, и, будучи вынуждены принять во внимание высочайшее качество обработки камня, говорят о свободных крестьянах. Хотя разница между рабами и крестьянами на самом деле невелика. Кто же научил наших предков таким поразительным знаниям? Во множестве легенд и преданий говорится о том, что совершенно различные знания людям дали боги. Они могли давать не только прикладное знание, например, там, какое-нибудь гончарное ремесло или металлургическое производство, могли давать и вполне отвлеченные знания. Человек любопытен, он мог задать вопрос, что было до нас и так далее и тому подобное. Почему он не имел шанса получить ответ, например, в таком виде? Мог. Кто были эти боги? Ну, вот пока мы понимаем, что это представители высоко развитой цивилизации. Какой? Непонятно. Почему же об этом молчит официальная наука? Некоторые исследователи вынуждены предполагать, что консервативно настроенные ученые скрывают от общества наиболее сенсационные открытия. Как выяснилось, наиболее поразительные находки стали прятать после того, как о них появились публикации в прессе. Например, было принято считать, что Великую пирамиду построил Хуфу, или как его называли греки, Хеопс. Но оказывается, существует иероглифическая надпись, согласно которой Хуфу просто не мог построить Великую пирамиду. Стелла с такой надписью была найдена в Гизе в 19 веке французским археологом Агюстом Мариеттом. Она находится в Каирском музее. Ее появление вызвало настоящий шок у историков, потому что из текста четко следовало, что Великий Сфинкс и Великая Пирамида существовали задолго до того, как Хуфу, то есть фараон Хеопс, сел на трон. В надписи богиня Исида именовалась хозяйкой пирамиды. Это означало, что монумент был посвящен именно этой богине, а вовсе не Хеопсу. Хеопс на стеле просто упоминался по поводу ремонтных работ, выполненных по его приказу. Ну, в Каирском музее я могу назвать, по крайней мере, два предмета после широкого оповещения в альтернативной литературе просто пропали оттуда с указанных мест. Та же самая так называемая инвентарная стела. То есть мы нашли, в конце концов, инвентарные стелы, на которые речь идет о том, что Хеопс занимался не строительством Великой пирамиды, а ремонтом храмов возле нее. Вот эта инвентарная стела, есть планы музея на официальном сайте музея, где эта инвентарная стела должна стоять.
Я был в феврале месяце последний раз. На том месте стоит совершенно другая стела. Абсолютно не похожая, совершенно с другим содержимым уже. При том, что стела есть на официальном сайте музея, найти ее в музее уже невозможно. Стелу просто подменили и добавили еще другие, так что ее теперь уже вряд ли кто-то сможет найти. Вторым таким исчезнувшим предметом оказалась деревянная статуэтка, похожая на птичку, в которой специалисты признали модель древнеегипетского планера. Очевидно, что некоторые бюрократы от науки никак не смогли принять того, что древним были знакомы принципы построения планера, и статуэтка оказалась в запасниках. Даже указывается конкретный номер этой находки, инвентарный номер. Но вот в Каирском музее мы были неоднократно, пытались найти. Значит, нету сейчас этой статуэтки. Пытались узнавать у работников музея, причем у нас был доступ, скажем так, не совсем тривиальный, не как простые посетители. Мы общались с этими служащими. Так вот, следов этого самолетика мы так и не смогли найти. Видимо, глубоко упрятали в закрома, потому что остались старые фотографии на стендах. Я говорю, есть инвентарный номер, но самих самолетиков нет, и следов мы найти не можем. Однако, несмотря на множество косвенных доказательств, накопленных в мире, достоверных случаев обнаружения самой древней техники пока не было. Вполне возможно, что это произойдет в будущем. Интригующие находки, свидетельствующие о древних технологиях, были сделаны и на территории бывшего СССР. Столица Армении – город Ереван, один из древнейших городов мира. Он был основан в 782 году до нашей эры и старше самого Рима, который из-за древности зовут Вечным городом. Причем, если дата основания Рима, 753 год до нашей эры, есть только в мифах, то у армянской столицы существует клинописная надпись, где в камне зафиксирована дата и имя основателя города – урартского царя Аргишти. Даже железо в этих краях научились выплавлять на тысячи лет раньше, чем в других цивилизациях того периода. И хотя все это давно известно, древняя земля Армении готовит для будущей науки множество новых сенсационных открытий. В редакции телеканала ALM Арамаис Гарагинян, выполняя волю своего отца, рассказывает подробности о таинственном артефакте. Его отец был последним из очевидцев и не хотел унести тайну в могилу. В 1943 году Грант Гарагинян был военным инженером и работал на строительстве моста Победы. При рытье фундамента для центральной опорной конструкции в русле реки, когда была достигнута заданная глубина, строители неожиданно наткнулись на вершину какого-то металлического столба. Отец подходит и видит какой-то странный, явно обработанный металл. Время было очень суровое. Объект имел стратегическое значение. Каждая секунда была на счету. Но мой отец говорит, давайте пророем еще и посмотрим, что это такое. Начинают рыть дальше. Углубляют еще на полметра. И видят, что это металлический столб диаметром около 25 сантиметров, с конусообразной вершиной и небольшим углублением по окружности. Форма столба была абсолютно правильной и не оставляла сомнений в том, что это искусственный объект. Также на нем не было ни малейших пятен ржавчины, хотя он находился во влажном русле реки многие тысячи, а может и десятки тысяч лет. Гарагинян был образованным человеком. Он знал, что в Индии существует древняя колонна из железа, которая тоже не поддается ржавчине. В Индии, в районе Кутуб-Минар, рядом с высоченной башней, есть достопримечательность – железная колонна. Она не ржавеет уже, по крайней мере, 1000 лет. Ученые пытаются объяснить, как она была создана, но воссоздать, повторить опыт древних металлургов не могут. Это абсолютно чистое железо, которое даже во влажном индийском климате ржавчине не поддается. Объяснить можно, а воссоздать нет.
Однако железо, даже очень чистое, обладает ковкостью, и его можно обрабатывать. Но артефакт, обнаруженный армянскими строителями, был сделан из какого-то неизвестного металла. Большие молоты, которые были у строителей, отскакивали от него, как резиновые мячики. Какой загадочный материал мог обладать такими характеристиками? Даже на стали любой молоток обязательно оставил бы заметные вмятины. А этот металл невозможно было обработать ничем. Он был настолько прочным, что ни один инструмент для резания железа не мог оставить на нем даже следов. Настолько прочным, что напильники и тогдашние пилы для резки железа не оставляли на нем даже царапин. Отец хотел еще углубить яму, но в нее заливалась вода, и им было очень трудно, и приходилось продолжать работу по колено в грязи. К тому же из-за задержки с бетоном приходит начальство и спрашивает, в чем дело. Отец докладывает о находке, о ее важности и феноменальной прочности. Начальство дает добро на попытку его достать. Для того, чтобы понять, что это такое, строители прорывают еще почти на метр. Но все попытки вытащить его наружу не дают результатов. Из чего можно сделать вывод, что этот столб является частью какого-то большого объекта. И, судя по металлу, высокотехнологичного. Горегинян, рискуя жизнью, останавливает работу и просит начальство связаться с Академией наук. Однако к концу рабочего дня, не дождавшись ученых, строители получают приказ закончить работу и вынуждены залить находку бетоном. И начальство дает приказ заливать бетон. Бетон заливают и решают впоследствии сообщить, куда следует. Но мой отец знал, что тогда могли просто побояться сделать это происшествие известным, так как признать, что находку залили, было опасно, а с другой стороны, сказать о задержке в графике также было опасно. В военное время невыполнение приказа и даже задержка работы грозила трибуналом. Но и после войны можно было получить наказание за сокрытие находки. В обоих случаях можно было получить по полной мере. Поэтому впоследствии все свидетели этого события молчали, и общество так и не узнало об этом вплоть до начала 21 века. Но после того, как телеведущие компании ALM рассказали эту историю в эфире, нашлись энтузиасты, которые были готовы даже вскрыть опору моста ради сенсационного открытия. И, между прочим, должен сказать вам, от телезрителей были звонки, и был понят этот материал нашим телезрителям. Могу сказать, что были заинтересованные лица, то есть депутаты, власть имущие, которые хотели как-то использовать этот материал или изъять его. Но перед тем, как достать артефакт, сначала необходимо сканировать специальной аппаратурой дно реки и фундамент. До того, как это будет сделано, о природе таинственного предмета попросили рассказать знаменитую на весь мир армянскую ясновидящую Аиду Теркарапетян. Это был столб, который был опорой моста. Сохранилась лишь небольшая часть. Она говорит об этом. Пусть вскроет и увидит, что это столб очень древних времен. Наш современный мост построен на месте древнего. Так же, как в Ичмиатине христианский храм построен на языческом. Этот найденный столб не единственный. Всего столбов три. Строители нашли только один, но если будут исследовать, то найдут еще два. Это и будет доказательство места под рекой в далеком прошлом. Я не могу назвать точную дату, но он явно доисторический.
Если действительно есть еще два таких же столба на дне реки, и они не залиты бетоном, то их проще раскопать и достать. Исследования с применением новейшей техники будут продолжены в близком будущем. И тогда не надо будет уже гадать, что там находится, словно бы волею судьбы, специально замурованная для потомков. И, возможно, нас ждет самое сенсационное открытие в истории археологии. Честно признаться, мне самому было интересно. Исходя из того, что у нас древняя страна, у нас древние связи. И вот как раз в этом контексте то, что было обнаружено, оно не только местного значения было, а мирового значения. То есть это интересно было всем. И я считал даже, если хотите знать, я был заинтригован и сам участвовал. Как бы старался, чтобы это было показано для широкой публики. Это будет именно первый случай обнаружения самих высокотехнологичных продуктов древнейшей цивилизации, который может убедить всех скептиков и может наглядно доказать, что она точно существовала и была более развитой, чем даже наша современная. Для таких эпохальных открытий время уже настало.